В Рупольдинге на шестом этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафета. Гонку выиграла сборная Франции, второе место заняла команда Швеции, и бронзовые медали достались россиянкам. Сборная Франции преодолела дистанцию за 1 час 10 минут и 50 секунд. Они допустили 4 промаха. У сборной Швеции всего 2 промаха и отставание 35 секунд. У российской национальной команды 6 промахов, но без штрафных кругов. Россиянки уступили победителям гонки 1 минуту и 12 секунд. В состав российской сборной входили Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова. Сборная Беларуси заняла 5 место. Представительницы команды допустили 7 промахов. Анна Соло зашла на штрафной круг на последнем этапе гонки.